30 января на тульском свиноводческом предприятии «Лазаревское» была выявлена вспышка африканской чумы свиней. В январе же три партии свинины поступили из Лазаревского в коллективно-фермерское хозяйство «Львов» Брянского района нашей области. Об этом Россельхознадзор незамедлительно проинформировал наше территориальное управление. Сразу же вся продукция хозяйства и животные были изолированы. Коснулось это и торговых точек. До 1 февраля были проведены все необходимые лабораторные исследования на наличие вируса африканской чумы свиней. В готовой продукции его обнаружено не было. А вот проверка биологического материала животных дала положительный результат. Управление Россельхознадзора совместно с полицией приняли все меры для нераспространения вируса за пределы хозяйства. В настоящее время там, конечно, проводятся определенные мероприятия, значит, по убою животных, то есть по бескровному убою животных и дальнейшему их уничтожению, то есть путем сжигания. Только этот метод применим в отношении данного заболевания. Соответственно, вся продукция, которая была получена от данных животных, это мясо, это субпродукты, колбасные изделия, то есть готовая продукция и биологические отходы, они также будут уничтожены путем сжигания непосредственно близости от данного хозяйствующего субъекта. По-прежнему полицейские посты не допускают вывоза из хозяйства Львов продукции и животных и останутся здесь до полной ликвидации очага африканской чумы свиней в Брянском районе. Проводимые мероприятия при непосредственной поддержке правительства Брянской области, соответственно, всех заинтересованных служб и ведомств позволили не допустить дальнейшее распространение данного заболевания на территории Брянской области. Сюжет подготовлен при содействии пресс-службы Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.